Всем привет! Сегодня у нас видео про самогоноварение. Сегодня, как вы поняли из названия, мы будем делать самогон из пшеницы. О. Очень интересно. Доросли до такого, да. Короче, вроде как почитали, там все просто, ничего сложного. И очень интересно попробовать, что же у нас получится. Поехали. Поехали. Рецептов куча, как всегда. Ну, нашли, я не знаю, такой самый простой. По сути, он как бы и дешевле даже, по-моему, чем на сахарной браге делать этот самогон. Ну, еще раз говорю, мы не пробовали ни разу пшеничный самогон. Хотим попробовать, что действительно ли он такой классный, как некоторые пишут. Делается он просто. Можно там, конечно, пшеницу купить, самому ее дробить, потом там проращивать или проращивать сначала, дробить. Мы сильно в эту тему не вникали. Мы взяли самый простой способ, для которого нам понадобится пшеничная крупа. Вот сразу мешок взяли, по-моему, 15 рублей килограмм что стоит. И дрожжи, кодзи, ангел вот эти вот. Вот там сейчас, ну здесь полкилограмма, а там надо не столько, там по чуть-чуть надо. Короче, сейчас в процессе скажем, сколько нужно. И вода. Это нам надо для постановки браги. Потом, когда брага отбродит, мы хотим перегнать своим методом. То есть одной перегонкой правильной, как мы делаем, еще раз повторимся, это мы делаем дистиллят, это к ректификату никакого отношения не имеет. А то сейчас опять начнут, что надо там колонну насадкой забить. Это обычный дистиллят. То, что одна перегонка или две, мы уже как бы про это подтвердили, то, что одной перегонки достаточно, если сделать правильно, получается то же самое, что при двух. Одну перегонку сделаем просто чистый дистиллят, и вторую перегонку сделаем также по нашему методу с добавлением в джин-корзину ингредиентов, ну, которые вот наш напиток, который всем нравится и который мы употребляем. Для начала берем бродильную емкость. Ну, как бы мы прочитали, ее надо простерилизовать, не знаю, там, насколько мы ее простерилизовали, кипятком там все пролили, наверное, стерилизовано. Вот, засыпаем в бродильную емкость 7-8 килограмм пшеничной крупы, ну, вот, как мы показали. Один. Ну, примерно тут от 7 до 8 килограмм получилось. Ну, так, не полную чашку вот так вот меришь, она где-то полкило. Короче, получается где-то 7-8 килограмм. По сути, вот этого мешка, не помню, на сколько он килограмм, наверное, на 30. То есть его на 3 фляги таких 40-литровых хватит. Фляга у нас 40-литровая. Теперь нам надо разогреть 20 литров воды до 70-73 градусов. Это очень удобно делать в перегонном кубе от Люксталь 8М. В принципе, что мы вот сюда сейчас краник приворачиваем. И потом, как разогреется, мы просто заливаем сюда. Мы набрали 25 литров, ну потому что как раз до крана где-то там 5 литров останется. Включаем в розетку. И все, нагрев у нас пошел, смотрим по термометру. Ты вон какой хитрый, я думал, ты на газу будешь греть. Вот еще делать ничего. По сути, если две бочки ставить, можно поставить увеличитель куба сюда, залить 45 литров воды и сразу две бочки поставить, допустим. Интересно еще очень, сколько по выходу получится. Ну, то есть, если с обычных там 9 килограмм сахара получается около 9-10 литров самогона 38 градусного, как мы любим. Вот. Интересно, сколько здесь будет. Короче, ждем, пока сейчас вода нагреется до 70-73 градусов. Нагрелась у нас до 70 градусов. Выключаем. И заливаем крупу 20 литрами. Как раз там 5 литров как будет, мы увидим, что 20 литров. Смотри, на тебя не брызгает. Не кипяток.
все как раз 5 литров остается, то есть 20 литров мы налили. Теперь это нам надо перемешать. Живое. Варится кашка. Теперь накрываем крышкой. Накрываем бочку одеяльцем, ну или спальником. Наверное, процесс запаривания это называется. Оставляем бочку вот так в таком виде на 2 часа. Через 2 часа продолжим ставить брагу. Прошло 2 часа. Снимаем одеялко. Кашка набухнула, запах-то какой стоит. Теперь мы добавляем сюда воды, чтобы температура была не больше 35 градусов. Перемешиваем. Ну вот у нас как раз 35 получилось. Теперь нам надо туда добавить дрожжи. Дрожжи кодзи, еще раз говорим, ангел. На килограмм пшеницы надо где-то 7-8 грамм дрожжей. Вот эта пачка это 500 грамм. То есть нам надо где-то около 60 грамм дрожжей добавить. Интересно пахнут так? Ну, вообще на дрожжи не похоже. Вот здесь помимо дрожжей еще содержатся всякие ферменты, которые вот именно для зерновых брак необходимы. То есть если делать самому там на зерне, вот эти вот ферменты, мы так поняли, они, ну когда проращиваешь зерно, они появляются, эти ферменты. А здесь все есть уже, то есть не надо заморачиваться, добавляешь просто и все. Высыпаем сюда. Опять все перемешиваем. Пшеничная брага бродит очень интенсивно, ну как мы читали. То есть первые 3 дня там пена должна быть. Поэтому оставляем место для того, чтобы было где. Закрываем крышкой плотно. Обычно мы с сахарной брагой так не делаем. Все, и ставим. Гидрозатвор. Все равно ее надо как бы проверять, потому что она может там плесневеть начать, может закисать начать. Вот, короче, ну, не знаю. Мы первый раз делаем, поэтому не знаем, что там как бы. Будем следить. Бродить должно где-то 8-10 дней. Ну и через 8-10 дней надо ее будет слить, процедить, вот это отжать все и перегонять. Ну, это мы уже покажем через 8-10 дней. Ждем, когда отбродит брага. Если она вообще забродит. День брожения первый. Как ненормально бурлит. Там в бочке все ворочается, переворачивается. Не знаю, как ночью будет бурлить. Мы просто в гости уезжаем. Придется на сутки оставить без присмотра. Лишь бы бочку не разорвало. Короче, завтра посмотрим, что будет. День второй. Булькает уже не так интенсивно. У нас сутки не было. Не знаем, что тут было.
Ждем, что будет дальше. Итак, прошло 10 дней, пшеничная брага отбродила. Ну, как видели, первый день она прям вообще интенсивно и с пеной. Ну, до сюда, наверное, поднималась где-то. Второй, третий, четвертый день она так поменьше уже булькала. А там после четвертого дня вообще так бульк, бульк. И вчера она вообще прекратила булькать, короче. Поэтому, считаем, надо ее перегонять. Здесь, в данном случае, в отличие от сахарной браги, ну, как мы поняли, она может закиснуть или заплесневеть, эта брага. Поэтому держать ее, как мы, допустим, сахарную, там, по 3 недели, и не боишься, что с ней будет здесь, так не проканает. Это, наверное, минус пока, если брать из плюсов, в отличие от сахарной браги. Ну, это дешевле получается, раз, да? Второе, ну, ставить как бы ничего сложного, что сахарную, что эту, правильно? Угу. Тоже отнесем, допустим, к плюсу. Третий плюс то, что быстро выбраживается, но минус то, что нельзя ее долго держать и надо перегнать. Очень шумно еще. Ну, нам посоветовали там, чтобы не булькало. Чтобы не булькало, сюда этот распылитель, как в аквариумах, одевается. И она будет просто шипеть, а не булькать. Че, открываем, смотрим. Она уже такая вот темненькая, почти прозрачная. Сейчас надо будет ее процедить. Ну, у нас бочка такая же есть, то есть с одной бочки сейчас в другую переливаем через марлю. И отжать вот эту вот пшеницу, которая там будет. Потому что, тоже как информация получили, в ней очень много содержится спирта. Отжимай, работай. Пахнет, конечно, прикольно. Ну, сахарная вообще никак не сравнится. Ты чувствуешь? Короче, то еще занятие. Ну, она сначала ты идет, ее просто сливаешь, а потом вот когда с этой с кашей идет. Вот так вот ее в ситечко выливаем. Развлекалка. Ага. И отжимаем вот этот вот кашу, чтобы она прям сухая была. Вот так вот. Через марлю, не знаю, она забиваться сразу будет. А вот это вот мусорку выкидываем. Может, это куда-то можно использовать, конечно. И все, вот так вот. Ты забыла там, я тут. Хватит снимать, давай, отжимай. Все, процедили. Но она все равно получается мутная, непрозрачная, конечно. Вот. Может быть, по-хорошему бы ей еще денек постоять, и она осядет, и осадок этот, чтобы вообще убрать. Ну, будем так пробовать. Сначала хотели, ну, час где-то этим занимались. У меня аж руки вон раскисли все. Хотели поставить минус за это, то, что, ну, долго сахарную брагу вылил, и все, как бы, не заморачивайся, осадок там весь на дне остался. Но потом поняли, что мы сами тупанули. Нам из подписчиков кто-то писал, возьмите мешки, как они, вискозные, по-моему.
У нас как раз есть на 40 литров мешок, по-моему, или на 50 литров. Можно было ее туда вставить, в нем все сделать, а потом просто вытащить мешок и отжать все это. Но мы не ищем легких путей. Сейчас, короче, делим на две части, ну, то есть тут где-то, наверное, литров 35, по 17-18 литров у нас будет одной перегонки по нашей технологии. Сейчас еще раз про это расскажем и покажем. Просто делаем чистый белый дистиллят. И вторая будет партия, тоже так же, ну, 17 литров, сколько останется, зальем. Это будет по, ну, как, по нашему рецепту с нашим... с нашими ароматизаторами и через чаек. Пакетик. Через пакетик чая, да. Ну, как мы обычно делаем сахарный дистиллят. Пошли, выливаем. Делать пшеничный самогон мы будем на самогонном аппарате Люкстарь 8М. Объем перегонного куба у Люкстарь 8М 37 литров. Ну, можно дополнительно приобрести модуль увеличения куба на 20 литров. Вот это кто большими партиями сразу выгоняет. Далее идет купольная крышка. Потом идут две царги, но они у нас собраны уже. И к ним в комплекте идет два пакета СПН. Вот они у нас там СПН забиты. Ну, это мы используем для приготовления ректификата, то есть спирта. А для дистиллята у нас еще отдельная царга, пустая, утеплитель с нее снят. Потом идет диоптер, сразу с узлом отбора. Дефлегматор с носиком ТСА. К узлу отбора мы через игольчатый кран подключаем доохладитель. Вот он идет тоже в комплекте. Само собой, разумеется, силиконовые прокладки и хомуты. Плюс идут силиконовые шланги, там отрезается сколько вам надо. Ну и блок питания. Этот блок питания мы используем для приготовления дистиллята. Ну а для приготовления ректификата можно дополнительно приобрести автоматику старт-стоп. Мы на нее обзор делали в прошлом видео про самогоноварение. Вот, очень удобная штука. Облегчает процесс ректификации во много раз. Вот. Но сегодня нам она не нужна будет, потому что мы будем делать дистиллят. Еще раз повторюсь, при приготовлении дистиллята мы пользуемся обычным блоком питания, который идет в комплекте. Для комментаторов, кто пишет там, вы что, взяли такой дорогой аппарат и делаете на нем не то, ну, люди имеют в виду, точнее, даже не имеют, они понятия не имеют, как дистиллят на нем делать, но начинают учить и говорит, почитайте инструкцию там, вот. На нем только ректификат делается, потому что это ректификационная колонна. Вот хочется сказать, возьмите сами инструкцию в руки и прочитайте, что написано. Что написано, читай. С ректификационной колонны. А ты что меня учишь? Ты первые слова прочитай. Дистиллятор. Дистиллятор. Ну что вот непонятно, можно на нем и дистиллят делать, и ректификат, и в инструкции написано как. Ну, мы пришли к своему методу. Мы уже показывали это, сравнивали одну-две перегонки. Разницы большой нету, если сделать с первого перегона все правильно. То разницы не будет. Две перегонки или одна перегонка. Поэтому мы делаем одну перегонку. Итак, собираем аппарат. Высказался. Высказался. Не, некоторые просто ректификаторщики, как я не знаю, какому-то большинству поклоняются этому Люкстарь 8М, и на нем вот только ректификат можно делать и все. Только спирт. Так скучно. Мы делаем и то, и то. Больше нам нравится дистиллят, но настойки, допустим, если делать, то мы предпочитаем настойки именно на ректификате. Царга, еще раз повторяемся, ничем не забита, пустая и без утеплителя. Это мы тоже со временем пришли к этому. Раньше делали с утеплителем, сейчас без утеплителя. Итак, идет царга пустая, диоптер с узлом отбора, дефлегматор.
Это что за штука? Это игольчатый экран, которым мы регулируем. Ну, как правило, у нас открыт на полную при приготовлении дистиллята, а при приготовлении ректификата им регулируется скорость отбора. В нашем случае мы при приготовлении дистиллята скорость отбора регулируем регулятором мощности. Включаем охлаждение. Выходит вода сверху. Приходит вода снизу. До охладителя. Все, еще раз повторюсь, кран открываем на полную. Включаем в розетку. Преаппарат собран. Вот в таком виде мы будем делать дистиллят с одной перегонки. Запускаем сейчас на полную мощность. Ставим баночку для сбора голов. Ну и ждем, когда сейчас начнет капать. Подключаем термометр. Ну, где-то на 85 поставим, чтобы он запищал при этой температуре, где-то уже там начнет в голову капать, чтобы убавить мощность. Ну, не проворонить что. Может, даже раньше будет. Чуть позже, когда будем подходить к моменту отбора голов, включим охлаждение. Все, ждем, когда нагреется. Ссылка, где приобрести самогонный аппарат Люксталь 8М, будет в описании. Также его можно приобрести в рассрочку. И по нашему промокоду природа скидка будет 3%. Пользуйтесь. Начала капать. Убавляем мощность до 30. Охлаждение мы включили. При такой мощности, ну где-то 2-3 капли в секунду. Сейчас она еще успокоится чуть-чуть. И почему-то капать начало на 93 градусов, обычно начинает где-то на 87 сахарная брага капать. Или то, что, ну, хотя и количество меньше. Ну, не знаю, от браги зависит или от чего это. Все, вот так вот отбираем 250 миллилитров голов на этот объем. Запах голов даже другой. Я бы сказал, такой вот приятный. Интересно прям, что получится. Сам напиток, какого вкуса будет. Итак, собрали 250 миллилитров голов. Теперь прибавляем мощность до 50. Меняем приемную емкость. Это не ведро, не оцинкованное. Это алюминиевая кастрюля. Это в комментариях пишут, кошмар, как можно в оцинкованное ведро собирать. Ждем, когда наполнится попугай. Пускаем спиртометр. Даже 70 нет. Обычно у нас 75. Не тот спиртометр взяли. Даже 60 нет. Обычно мы на такой спиртовости заканчиваем гнать. Не знаю, что не так. Ну где здесь спирт? Его мало, блин. Запах, конечно, своеобразный. Ну не знаю, гоним до 40, что ли, в струи, посмотрим, что будет. Сейчас 60, а 58 даже. Короче, все, 40. И он уже такой мутный какой-то он. Как самогон в кино показывает. Пошел. Ну туда не попал вот этому тата. Ну смешно то, что тут кот вообще наплакал. Что тут, литр что ли? Запах своеобразный. Короче, не знаю, что не так. Сейчас, не знаю, хвосты соберем, пока ноль не будет. И не видим мы смысла ароматизировать пшеничный этот самогон, потому что у него такой аромат стоит, и смысл его забивать нашими
ароматизатами. Сейчас вторую половину также перегоним, короче. Ну, посмотрим, сколько в итоге, скольки градусный получится. Ну и попробуем. Пока вообще не вижу смысла из-за таких вот капель. Столько телодвижений. Вот заморачиваться. Ну, может, мы что-то не так делаем. Ну, по сути, что мы не так делаем? Сделали брагу, все как написано. Отстояла 10 дней, отыграла. Ты не выжмешь больше ничего, все, не идет. Ну, нам и говорили, что ее мало получается. Ну, вот из-за этого так заморачиваться? Ну, нет смысла. Не, ну, может, она там, вау, какая вкусная будет. Ладно, короче, как вторую партию выгоним, надо было сразу одной заливать, но мы что-то думали попробовать по-своему. Свой напиток сделать из пшеничной самогонки, ну, что-то нифига. И потом покажем, сколько и того получилось. Ну, попробуем, что получилось. Итак, выгнали мы вторую половинку. Вот. Ну, получилось со второй половинки столько же примерно. Короче, в итоге у нас вышло 2,5 литра 50-градусной самогонки. Не знаем, почему так мало. Ну, наверное, так не должно быть. Хотя, может быть, так и должно быть. То есть, в итоге мы получаем с 9 килограмм зерна. Ну, пшеницы этой. Если сейчас разбавить, да... 38, как мы любим, получится 3 литра, короче. Ну, не знаю, может, мы что-то неправильно делали, мы первый раз делаем, может быть, ну, там, как читали, много вариантов. Ну, как бы вроде не похоже, что у нас брага там скисла, плесень она точно не покрылась, поэтому непонятно. Это наш первый опыт. Последний. Почему нет? Ну, будем пробовать, сейчас все равно напишут, что мы не так сделали, что неправильно. Будем пробовать, не знаю. Другие варианты там, короче. Короче, сейчас разбавляем водой до 38 градусов. Даем отдохнуть ей несколько дней. И через несколько дней встретимся на дегустации. Ну, так она вообще пахнет приятно, как бы. Запах своеобразный, то есть вообще хвостами тут никакими не пахнет. Ну, я бы сказал, такой он сладковатый какой-то запах. Как про дрожжи Кодзи пишут, что запах китайской химии. Ну, не знаю, что на вкус будет. Через несколько дней узнаем. До встречи на дегустации. Короче, прошло несколько дней. В тот день, ко всему еще, когда мы разбавили, то есть мы самогонку влили в воду, она еще и помутнела. Короче, вообще теперь на вот этот... Натуральный продукт. Как в старых фильмах самогон получился. Не знаю, почему так у нас никогда не мутнело, это первый раз такое. Вот. Ну, пробовать будем, что? Все равно. Пахнет. Ну, пахнет вот как она это. Что, наливай? А закусывать будем, ну, типа, как у нас есть в кулинарных видео, рубрика «Экзотика», это мы показываем то, что мы ни разу не пробовали. Вот тоже купили такую штуку, ни разу не ели. Закуска из чечевицы дал. Сейчас заценим, что это такое. Я даже не помню, где покупали, она у нас в холодильнике уже давным-давно стоит. Первый раз такое увидели. Пахнет вкусно. Пюрешка. Пюрешка чечевичная. Давай идем к столу. Приглашаете? Да. Что-то страшно пить-то даже. В своем запах такой интересный. В своем напитке мы уверены, а это первый раз. За наших зрителей. Здоровья. За наших зрителей. Такой. Ну, прикольно. Ну, да. Блин, ну... На самогон не похож. Да. Не, ну вкус и мягкая она такая прям вообще. И вкус очень интересный. Ты сначала про одну скажи, а то сейчас будешь шататься. Слюни потекли.
Ну ладно, сейчас закусим, потом скажем. Давай. И про то, и про другое скажу. Что вкуснее? Напоминает кабачковую икру. Только послевкусие какое-то. Ты сейчас про самогон? Про, вот, про икру. Не, ну вот это, блин, сейчас сначала, короче, про это, а потом эту вкусную вещь, не знаю. Вкусно? Да. Да, кабачковая икра, только, видать, со специями какими-то. Да, какая-то специя дает. Перчик острый. Не написано, не идет какие. Тмин твой не любим? Нет, я бы тмин сразу почувствовала. На аджику чем-то это. Вкус аджики, его привкус такой. Даже в подогретом состоянии можно употреблять. Ну, прикольно вообще. Угу. Вот, ну а по самогонке, ну, мне кажется, все равно вот, чуть-чуть хвостов мы хапанули. Хотя... Пожадничать? Не то, что не пожадничать. Мы не поймем, почему с 60 градусов она начинает отбираться. Ну, должно так быть, не должно. Хотя в пшеничном дистилляте, ну, как хвосты-то должны быть они. Может быть, так и должно быть. Ну, пьется мягко вообще, как бы вкус классный. Запах интересный. Запах интересный. Мы посчитали сейчас по себестоимости. Даже вот эти вот 3 литра, которые получились, то есть из 7-8 килограмм крупы. Себестоимость литра рублей 70. Это если по максималке брать даже. А себестоимость сахарного самогона, тоже если по максималке брать, это 80 рублей. То есть он все равно, этот пшеничный самогон дешевле выходит. Ну, вот по такому методу, как мы делали. Если бы мы еще получили с одной фляги 9 литров, то это вообще копейки, получается, стоит. Не знаю, что мы правильно, неправильно делали. Из минусов получается, чтобы выгнать такое количество, которое делаешь за раз сахарного самогона, это придется 3 раза перегонять, чтобы 9 литров этих получить. Или просто в одну большую бочку ставить и за раз большую бочку выгонять. Попробовать еще стоит, как бы, я считаю. Действительно вкусная вещь. Если мы еще что-то неправильно сделали, если мы научимся это по-правильному делать, то... Будет невкусно. Невкусно, что? Наоборот. Еще, ну, как вариант, тоже потом попробуем. Это из кукурузной крупы делается тоже. Что там, какая еще крупа бывает? Пшеничная. Из перловой, по-моему. Не знаю. Ну, надо, короче, изучать информацию. Ну, это будем пробовать. Где-то. Хотя сейчас нам напишут, что мы неправильно сделали. Наверное, следующий будет правильный вариант, а потом уже другие варианты. Короче, вот такой вот первый наш опыт, первый эксперимент с пшеничным дистиллятом. Ну, на вкус классно, как сказали. А правильно, неправильно сделали, не знаем. Как сделали? Как сделали, да. Всем спасибо, кто посмотрел видео. Мира, добра, здоровья всем. Ждите новых видео. Всем пока.